либо какие-то иные варианты, но вечно играть в молодежке просто невозможно с точки зрения, что называется, науки. Должны быть какие-то перемены, в конце концов. И вот сейчас опасный момент, и мяч оказывается в воротах. Вот это вот самое неожиданное, что можно себе представить. Смотрим быстренько повтор. Мяч залетает за шиворот. Вот оно против солнца играть. И Анжи внезапно повел в счете.